Свой обзор с пальто, которому я очень давно присматривалась. Оно очень красиво выглядело на картинке. Главная его отличительная особенность в том, что на нем присутствуют такие кожаные элементы, рукава, воротник и отделка карманов из искусственной кожи. Заказала я его на свои параметры в размере M. Несмотря на то, что мой обхват груди 86 сантиметров, здесь 90 сантиметров, оно мне подошло, сидит на мне свободно, я в принципе этого и хотела. Сейчас опять же актуально, когда верхние вещи сидят достаточно свободно. В этом пальто меня абсолютно все устроило, его цена, его качество, у него очень ровный пошив, нигде оно не заворачивается, не выворачивается. Прям действительно, ни к чему не придраться, все строчки ровные. Очень-очень хорошо и ровненько оно скроено. Все кожаные элементы тоже хорошего качества. Фасон у этого пальто приталенный, но сзади я бы не сказала, что оно сидит очень приталенно. Сзади оно больше прямо сидит, это вы вскоре увидите. Сзади по низу у него имеется разрез. Спереди воротник у него за пахом. Он застегивается на две кнопки. Больше никаких других застежек здесь нет. Удобная, кстати, застежка. Ничего не расстегивается, ничего не распахивается. Никаких претензий к застежке у меня не возникло. На пальто также присутствуют два боковых кармана. Они выше, чем обычно расположены карманы. И они очень глубокие. К подкладу вопросов тоже не возникло. Абсолютно ровный, стандартный такой подклад, черного цвета. Пришло ко мне это пальто за 3 недели, хорошо упаковано, трек отслеживался, за посылку я не волновалась. В общем, к пальто никаких претензий у меня нет, но мне очень понравилось, как оно сидит на мне, мне тоже очень нравится. Эти кожаные вставки меня просто покорили, давно я смотрела на девушек в подобных вещах, мне очень хотелось что-то похожее.